Здравствуйте. Наша обнова, она отличается от других в Клондайке в этот раз. Я хочу, чтобы мы с вами рассмотрели все тонкости этой обновы. Вдруг что вы пропустили, вдруг что я пропустила. Ну, помимо того, что у нас здесь такой вот есть хороший обмен, на который я еще ничего не привезла, у нас стоит еще тут музыкант, который нам играет. Музыкант к нам уже приходит не первый раз, и когда он наиграл, надо забрать, иначе дальше не накапливается. Он себе наиграл и стоит, играет дальше. Обратите внимание, что с него выпадает. Выпадает как раз все, что нужно нам для обмена. Если раньше выпадало ноты там какие-то были, вот у нас музыкант, был, по-моему, с этим баджет связанный когда-то, потом просто стоял, это, по-моему, у нас уже за игру. Ну, если я не ошибаюсь, третий раз приезжает к нам. Причем, смотрите, как хорошо и как много, как, можно сказать, даже шикарно у него скопилось. Сыпется и сыпется. И это мило, очень мило. Шутка. Прошло полдня, я поставила на паузу, а оно все еще сыпется и сыпется. Не, ну, конечно, полдня не прошло, но на паузу я ставила действительно. Ну, и теперь надо ждать нам. Сколько? Не знаю. И насыпалось 29,67. Просто я еще ничего не привозила, поэтому что насыпалось, то и маемо. Еще у нас есть вот такой подарок от духов. Ну, наверное, духи были злые, потому что они просят 29 изумруда за что? За статуи. Три случайных растения или три случайных декорации. Ну, знаете, если честно, я чего-то ждала более такого там скидок, например, на что-нибудь нужное и очень-очень полезное. Но, увы. А еще не забываем, что у нас здесь есть такой интересный мужчина, который готов с нами меняться при условии, что мы узнаем, что нам для этого надо. Итак, нам надо привезти на остров, выгрузить и будем смотреть. Скажем так, дополнительный обмен никогда не помешает. Так, поехали. Раз, два. Ну, у нас тут, самое интересное, даже для этого ничего привозить не надо. Плюс 10 у нас будет 40 штук. И плюс 20 у нас будет 20 штук. Тут есть персонаж, следить, не следить, и бартер. Вот такой вот чудесный мужчина. Плюс у нас еще где-то я видела вагончик, в котором тоже есть прекрасный обмен. Следим за игрой, ничего не зеваем. Плюс вот этот дяденька, который такой страшное-престрашное привидение, нам постоянно подкидывает ветер. Тоже приятный бонус. Вот такие вот приколы на новом острове. Мне очень нравится. А вам? На этом все. Пока-пока.